Жить стало лучше, жить стало безопасней. О результатах работы в 2016 году отчитался начальник регионального управления внутренних дел Андрей Лузин. Сокращение общего числа зарегистрированных преступлений на территории региона практически на 5%. Уровень преступности на 100 тысяч населения области по сравнению с показателями 2015 года снизился более чем на 4%. О возросшем доверии к деятельности полиции свидетельствует рост на 27 тысяч заявлений и обращений граждан, поступивших в прошедшем году в подразделения управления и территориальные органы внутренних дел. В минувшем году было выявлено 8 преступлений экстремистской направленности. Материалы распространяют посредством всемирной паутины, делая ставку на самую активную часть общества – молодежь. Этим обусловлена необходимость ее постоянного мониторинга. В 2016 году по материалам управления возбуждено 39 дел об административных правонарушениях за массовое распространение экстремистских материалов. Все виновные лица привлечены к административной ответственности. Количество зарегистрированных убийств выросло на 17%, но раскрываемость по-прежнему остается высокой. Более 90% убийц попадаются в сети оперативников. На 5,5% уменьшилось количество зарегистрированных краж, в том числе квартирных. Это снижение произошло в том числе благодаря задержанию и изобличению в совершении серийных преступлений на территории Шуйского, Фурмановского, Тейковского, Ивановского районов и города Иваново, ранее судимых жителей областного центра. Задержанные обоснованно подозреваются двое жителей области в совершении серии из более чем 20 краж на территории Родниковского, Кинешемского, Вичевского муниципального района. Для полицейских минувший год прошел под знаком больших перемен. Завершился процесс перевода ряда подразделений управления в состав вновь образованной Росгвардии. Это такие подразделения, как ОМОН, СОБР, неведомственная охрана, лицензионно-разрешительная работа. С вновь созданным региональным управлением Федеральной службы войск Национальной гвардии в вопросах обеспечения общественного порядка и безопасности организовано конструктивное взаимодействие. Завершено построение новой системы органов внутренних дел, связанной с вхождением в структуру МВД упраздненных федеральных служб по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и вопросом миграции. По словам Андрея Лузина, в процессе реорганизации удалось избежать массовых увольнений и сохранить кадровый потенциал. Приоритеты на 2017 год – раскрытие преступлений прошлых лет, предупреждение угонов и поджогов автотранспорта, а также квартирных краж. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.